помнится, сколько было радости доброжелателей, мол, о, все, Сау Богдана накрылась медным тазом, ничего вы не можете и вообще вы все фрете, потому как вообще это все мультики и вообще не существует никакой Сау Богданы. И да, хоть и были у нашей Богданы некоторые проблемы, но она, как говорил классик, живее всех живых. И вот почему украинская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С-22 Богдана вернулась к испытаниям и уже сделала более полусотни выстрелов на полигоне Широкий Лан. Сейчас идет этап предварительных испытаний, которые заключаются в оценке реальных возможностей вооружений и соответствии определенным требованиям. Они являются необходимым условием для проведения уже государственных испытаний, после которых возможно принятие образца на вооружение и развертывание серийного производства. Детали испытаний пока остаются засекреченными. Однако, в декабре Минобороны Украины сообщало о выполнении контракта чешской компании Excalibur Army на поставку крупной партии 155-миллиметровых боеприпасов для проведения испытаний Сау Богдана. Это в частности практические боеприпасы, а также дальнобойные осколочно-фугасные снаряды с улучшенной аэродинамикой и ведущим пояском с вот такой вот аббревиатурой. Для тех, кто не в курсе, напомним, что испытания гаубицы более года были заблокированы из-за судебных разбирательств. Тем не менее, в последнее время испытания САУ снова активизировались, что безусловно не может не радовать.